Новый вирус COVID-19 стал частью привычной жизни современного человека. Но стабилизация ситуации с новыми заражениями не является гарантией полной безопасности. В любой момент ситуация может измениться. Как обстоят дела сегодня, рассказала заместитель начальника Десногорской медсанчасти Лидия Штаней. По словам докладчика, на сегодняшний день и в стране, и в Смоленской области наблюдается небольшой прирост заболеваемости. Почти все стационары областного центра заполнены, но в Десногорске сохраняется более благоприятная обстановка. Ежедневно обращаются по поводу ОРВИ, либо с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, около 25-30 пациентов в поликлинику для пациентов с ОРВИ. За прошлую неделю выявлено 5 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего сейчас наблюдается 37 человек с ковидом. Степень готовности лечебной сети к коронавирусу на высоком уровне. Санитарная часть обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами. Лечение проводят опытные квалифицированные врачи. Но самым действенным способом защиты остается вакцинация. В Десногорске уже привито более 6 тысяч человек. На сегодняшний день никаких серьезных побочных реакций на вакцинацию не зафиксировано. Мы каждого пациента отслеживаем, который прививается, все они осматриваются врачом и опрашиваются перед первой, перед второй вакцинацией. Поэтому это как бы информация достоверная. Вопрос, который больше всего беспокоит жителей города – можно ли заразиться коронавирусом после вакцины. Такие случаи в городе есть, но они единичны. Тоже таких людей отслеживаем и наблюдаем. Как правило, они все болеют в легкой, либо в средней степени тяжести. То есть серьезных случаев с какими-то серьезными побочными или серьезной выраженной клиникой после вакцинации в городе Десногорске не наблюдается. К росту заболеваемости может привести несоблюдение мер предосторожности жителями города. Игнорирование таких правил, как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, может привести к третьей волне коронавирусной инфекции. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.